Рязанский фермер порадовал своих земляков красивой надписью на поле. Алексей Щекин выложил слово «фермер» из скошенной и высушенной травы, которая очень хорошо видна на зеленом фоне свежей травы. Алексей занимается сельским хозяйством уже 10 лет. Он женат, воспитывает двоих детей. Сам автор рисунка не смог дать интервью, поскольку был занят на работе. Нам удалось пообщаться с его женой и другом, автором видео с рисунком на полях. Муж хотел обратить внимание на сельское хозяйство, ну и на природу, естественно. Идея создания надписи на поле у Алексея появилась спонтанно в разговоре с другом Артемом Шевчуком. Долго придумывать текст не пришлось. Как говорит Артем, слово «фермер» является самым лаконичным описанием жизни Алексея. Как показала практика моего хобби – съемки с воздуха, только спонтанные идеи рождают сюжеты, которые потом имеют положительные оценки и множество просмотров. Сами съемки проходили на территории Сараевского района. Активисты отметили, что здесь работает более 40 предприятий агропромышленного комплекса по производству растеневодческой и животноводческой продукции. Ежегодно заготавливается более 200 тысяч тонн зерновых культур. Также 2/3 производства свинины и рыбы. Поэтому Сараевский район занимает далеко не последнее место в развитии сельского хозяйства на территории Рязанской области. Молодые люди отмечают, что район на протяжении долгих лет занимает лидирующие позиции в развитии сельского хозяйства в регионе. По их словам, этому способствуют почвенные ресурсы. По мнению молодых людей, они крайне благоприятны для зерновых культур. Даже в период пандемии работы здесь не останавливаются. Пандемия в этом году показала сильные стороны села и подчеркнула значимость сельскохозяйственного производства. Множество предпринимателей пострадало, однако ни один фермер не перестал сеять и убирать. Сейчас от каждого фермера зависит уровень продовольственного благополучия страны, поэтому на рязанских полях пандемия проиграла в неравном бою. Молодые люди отмечают, что именно в период пандемии многие россияне поняли, насколько важно иметь домик в деревне. Они продолжат делать Сараевский район ближе к другим людям. В планах у молодых людей стоят и другие видеосъемки. Они хотят показать рязанцам и гостям нашего региона, как происходит сбор урожая. Кроме этого, Артем Шевчук планирует запечатлеть на видео рыбное производство. Он считает, что Рязанская область является уникальным регионом с множеством пейзажных мест. С помощью своих видео он старается привить любовь и желание здесь жить не только подрастающему поколению, но и старшему.